Здравствуйте, уважаемые читатели журнала «Калашников». Я Михаил Дегтярев, главный редактор этого журнала. Мы с вами встречаемся на стрельбище уже в 44-й раз, судя по этой коробочке. Эта встреча интересна тем, что по дороге на стрельбище я нашел газетный сверток, в котором обнаружился ни больше, ни меньше пистолет. Вот такой сверточек лежал на дороге. Я, конечно, не мог пройти мимо, как любитель подбирать все нужное и ненужное. Это травматический кольт, пистолет ТК-1911Т, выпускаемый ижевским предприятием «Техкрим» из китайских комплектующих. Он, в общем-то, любителям оружия, он легко узнаваем. Ничем особенным не отличается от оригинальной версии, которую увидела свет больше 110 лет назад. Это тот самый кольт, который в 1911 году, в соответствии с классовым названием, был принят на вооружение американской армии. Принципиальные отличия исключительно внешние, если не говорить о типе оружия, мы об этом еще поговорим позже. Это новые прицельные приспособления, адаптированные под травматическую версию. Скелетонированный спусковой крючок, это чистый декор, его облегчение, технологии позволяют заниматься такой ерундой. Обратите внимание, что курок пистолета, спица курка отличается от оригинальной, она ажурная, на скорость не влияет, в общем-то, курочек получается полегче. И вот из принципиальных вещей, что у нас есть? Не автоматический предохранитель, двусторонний, и с этой стороны, и с этой стороны. Кроме того, лопасть затворной задержки имеет увеличенную площадь и более удобной для, скажем так, спортивной и развлекательной стрельбы сделана кнопочка защелки магазина. Магазин пистолета ТК-1911Т вмещает 6 патронов калибра 44 ТК. Это патрон, собранные на основе подрезанной гильзы калибра 7,62×39 в оксидированной гильзе, оригинальная разработка компании «Техкрим». Я заряжаю сейчас, снаряжаю магазин 6 патронами, его вместимость 7 патронов. Это на вкус и цвет, я предпочитаю последний патрон для каких-то контрольных стрельб в пистолетные магазины не заряжать. Просто чтобы не нагружать пружину. Мы их отстреляем из положения стоя. До этого я и инструктор стрельбище ССК «Невский», клуба ССК «Невский» Артем Глазков стрельнули из ТК-1911 из положения сидя с упором. Мы вам все это покажем. Главное отличие от боевого пистолета, конечно же, не снаружи, а внутри. Потому что снаружи, как мы видим, все-таки это легко узнаваемый кольт с клавишей автоматического предохранителя на тыльной стороне, с бобровым хвостиком таким характерным, с выборкой под курок. Вот, обратите внимание, сюда уходит спица курка увеличенная, под плоскую спицу эта выборка не нужна, здесь она нужна. Ствол в этом пистолете неподвижен. При разборке пистолета он отделяется, но в отличие от классического боевого пистолета, не двигается во время выстрела. Запирание осуществляется свободным затвором, массой затвора и усилием возвратной пружины. В передней части, обратите внимание, сейчас на меня могут ополчиться апологеты безопасного обращения с оружием. Вот я вам показываю втулочку классическую кольтовскую, которая необходима для того, чтобы разобрать наше оружие. Но, обращаясь к экспертам, рекомендуем смотреть не направление пистолета, а, например, на палец, на третий. Так, собственно говоря, давайте стрельнем. В магазин у меня снаряжено 6 патронов. Чуть-чуть с некоторым усилием вставляется магазин. Надо подработать кнопкой, надо посмотреть, немножко разработать, наверное. А так вообще, конечно, оружие лежит в руках великолепно. Шесть выстрелов на 10 метрах. Я вижу отметки на мишени. Мы с вами пойдем, потом возьмем камеру, посмотрим, что получается. А сейчас два слова, из чего изготовлен именно этот экземпляр. Именно этот пистолет ТК-1911Т собран именно из китайских комплектующих, ключевые из которых — это рамка и затвор — приходят в полуготовом виде в Ижевск, там дофрезеровываются, покрытие горячее оксидирование наносится в Ижевске, а вот ствол — это целиком
Деталь изготовлена, опять же, в Ижевске. Он представляет из себя кованую трубку, на сегодняшний день кованая, в дальнейшем будет точиться, куда вставлена втулочка со специальным выступом, обеспечивающим невозможность стрельбы твердым снарядом. Все это собирается на муфточку и ставится внутрь пистолета. Сейчас, когда вот эти пистолеты в продаже с китайской рамкой и затвором, у Техкрима в работе уже затвор и рамка собственного изготовления, литые. То есть вот буквально к лету в наши руки попадет пистолет, практически полностью, ключевые детали которого практически полностью изготовлены на территории России. То есть у нас будет такой своеобразный российский кольт. Хорошо это, плохо, не знаю, но тем не менее для любителей классических моделей, для которых, которым адресован этот пистолет, думаю, хорошие новости. Теперь давайте возьмем камеру и посмотрим, что мы настреляли. Так, это моя группа, сделанная с расстояния 10 метров из положения сидя с упора. 7 выстрелов с одним отрывом непонятным. Вероятно, все-таки это патрон, так ошибиться из устойчивого положения невозможно. Это группа 7 выстрелов инструктора из СК «Невский» Артема Глазкова. Та же самая картина, из 7 выстрелов один оторвался. Надо разбираться, нужен больший настрел из этого пистолета с этими патронами, чтобы понять природу этого отрыва. А это 6 выстрелов, которые я сделал из положения, стоя сейчас у вас на глазах. Ну, понятно, что кучность хуже. Тем не менее, для 10 метров она более чем приемлемая. Ну вот, на этом, пожалуй, можно закончить краткий экскурс, краткое знакомство с пистолетом ТК-1911Т. До новых встреч!